Всем вам почтение мое. Сегодняшнее стихотворение о той стороне, где проживает превалирующее большинство русских людей. Дементьев Андрей Дмитриевич. Угораздило меня родиться в этой безалаберной стране. Я хочу быть перелетной птицей. Зиму там, а к дому по весне. Впрочем, это мне не угрожает. Я же не какой-нибудь изгой. Как нехороша земля чужая, мне она не может стать родной. Видно, мне еще достанет лихо на остаток века моего, и придется жить с неразберихой, как живет в России большинство. Всем спасибо.